Творческая группа «Сам издат» представляет. Кирилл Шарапов. Проект «Изоляция-2». Возвращение. Вместо предисловия. Второй и первый ударные флоты Великой Империи стартовали с Малой Луны 7 месяца 11 дня. На окраине системы было замечено скопление неопознанных объектов, и адмиралу Нарсу было приказано проверить. Империя давно осваивала космическое пространство. Ни Ваданы, ни Пиры, ни Турмы не располагали ресурсами и технологиями для выхода в космос. Жалкие отщепенцы Империи. Все, что они могли себе позволить, это сотню спутников гражданского назначения и пару научных космических станций. Несколько раз Пиры пытались запустить военные спутники, но патрульные корабли сбивали их. И вот теперь флоту предстоял первый полет. 13 кораблей во главе с флагманским истребительным крейсером «Торн». Адмирал Нарс гордо смотрел на великолепные корабли, стоя на мостике флагманского корабля. Все новейшие достижения, все ресурсы имперских ученых были брошены на их создание, весь опыт 2000 циклов существования. «До цели 2 месяца и 4 дня», — подойдя к адмиралу, доложил флот штурман «Вирс». «Характер целей?» — поинтересовался адмирал, не надеясь услышать ответ. «Аналитики предполагают, что это метеоритный поток. Он только что вошел в систему и движется прямиком на Торн». «Благодарю, флот-штурман. Когда разведывательный спутник достигнет цели?» «Через 14 дней поток идет ему навстречу». «Вы так уверены, что это метеориты, а не корабли чужих?» Адмиралу очень хотелось, чтобы все было наоборот. Ему было всего 42, и он мечтал о космическом бое, в котором он непременно разобьет врага и станет национальным героем, как Тарклим, уничтоживший столицу даремцев. «Да, адмирал», — уверенно произнес Вирс, — «это метеориты. Во всяком случае, я так думаю». «Вы должны не думать, а должны знать», — расстроившись, отчитал подчиненного Нарс. «Да, адмирал, я придержу свои мысли до момента, когда спутник не окажется поблизости от объектов. Разрешите идти?» «Идите», — великодушно произнес Нарс. «И помните, что я вам сказал. Вы служите на Торне. Это не место для догадок. Вы должны быть уверены». «Так точно, адмирал». Вытянувшись, отчеканил Вирс и, развернувшись на каблуках, печатая шаг, удалился. «Какой же он красивый, этот космос!» — подумал Нарс. «И я его хозяин!» Флоты и метеоритный поток встретились спустя 54 дня. Операторы немного ошиблись в расчетах. Адмирал получил то, что хотел. Великая битва состоялась, и противник у него был достойный – сам космос. Тысячи метеоритов ворвались к планете, и стоило им в нее попасть, как всему живому пришел бы конец. В ход пошло все, что было в арсенале кораблей. Зенитки отстреливали малые объекты размером не превышающие автомобили. Торпеды, начиненные плазмой, рвали большие астероиды –